Так, ну сейчас меня занесло в северную часть Никосии. Это уже относится к Северному Кипру, к республике Северный Кипр. Вот я дошел до входа в старый город, правда, я из него выходил, как бы из старого города, дошел до вот этого каменного здания. Это называется Киренийские ворота, или как-то там на турецком Герне. Ну, на английском это Киренигейт. И вот тут памятник Ататюрку. Ну, естественно, для турков это как бы типа святое, я не знаю, там Ататюрк, он же спас Турцию от того, что с ним могло произойти в конце Первой мировой войны. Ну, вот, тут еще парк какой-то называется Гумхурият Майдани. Гумхурия, по-моему, свобода. Что такое? Ну, на арабском это Джамахирия, это типа свобода. Что-то такое. Вот. Ох, если бы не Ататюрк, то Турция, конечно, бы сейчас бы могла совсем по-другому выглядеть. Это было бы даже к лучшему, скорее всего. Ну, как бы, как сложилось, так сложилось, к сожалению. Да, кстати, движение здесь такое же, как и на греческой части Кипра, левостороннее. Так, ну-ка посмотрим, что здесь в парке есть. И планирую вернуться обратно в старый город и идти уже на КПП, на переход в греческую часть. Так, какой-то вот памятник есть интересный. Ну, скульптурка, сейчас гляну. Вот это вот, эти вот Киренийские ворота, памятник Ататюрку и вход в старый город. Тут у нас голуби, тут парк. Да, создалось впечатление, что, конечно, турецкая часть намного беднее, чем греческая. То есть в плане жизни в самом старом городе намного более бедно все выглядит. Больше заброшенных зданий и все такое. Так, а тут что? Хорошая скульптура, кстати. Два человека и между ними собака. Осман Балыкчуглю. Какие-то вот герои. Какие-то актеры. И вот, видимо, по этим вот их произведениям была эта скульптура сделана. Вот так вот. Да. Ну, скульптура неплохая как раз. Так, сейчас почитаем про них немного. А вот и голуби улетают. Так, вот такой вот парк. Так, ну, пожалуй, все. В общем, ничего такого достопримечательного нет. Возвращаюсь в старый город. И потом перехожу на КПП и обратно в греческую часть.